септики, которые я реализовал своими силами, представляют из себя три колодца по 3-метровых кольца с бетонированным дном. Колодцы соединены между собой переливами труб. При этом сделан таким образом, что в одном уровне идет перелив, и доступ кислорода для работы бактерий осуществляется дополнительный забор воздуха, проходит через все три септика и дальше выходит через стояк на крышу. То есть для работы нормальной септика нужен кислород для работы бактерий. Поэтому, в общем-то, вот сделано таким образом. Дальше из последнего колодца уходит в поле аэрации, где используется обычная дренажная труба, и в грунт уходит уже очищенная таким образом жидкость. Иногда используют для полива даже какие-то вещи, обогащенные азотом, вода, как в качестве удобрения можно использовать. Каких-то специальных бактерий и средств я не добавляю, поскольку все справляется своими силами. Колодцы находятся здесь, и один за забором выходной. Ну, в дальнейшем планируется убирать здесь секции, чтобы был более удобный подъезд машины для откачивания первого и второго септика в мере необходимости. Вот примерно в этом месте канализация входит в дом, осуществляется 150-й трубой диаметр, и дальше переходит она у меня в сотую внутри септика, соединена между собой сотой трубой. По дому также внутренняя разводка осуществляется сотой трубой. Стояки и выходы на улицу. Ну, сейчас я наглядно попробую изобразить, как работает мой септик. Значит, он представляет собой это три колодца. Колодцы это из трех колец метровых. На уровне соединений первого и второго кольца находятся вводы. Это ввод из дома, это 150-я труба. Колодцы имеют забетонированное дно. Переходы. Труба входит в первый колодец. Второй колодец, это уже пошла сотая труба. Имеет вот такой тройник. Это для того, чтобы когда уровень, значит, колодцы выстроены таким образом, чтобы уровень вод держался на уровне соединения вот этих колец. Сделано для того, чтобы доступ кислорода, который находится здесь, мог свободно проходить минуя сточные воды. То есть вот таким образом у нас проходит воздух. Он идет через верхние части. Таким образом, проходя через все колодцы и дальше, в дальнейшем попадая в сам дом и в стояки, которые идут по дому, отведены по этажам. Начиная с цокольного. Первый этаж, второй этаж. И дальше соединен с атмосферой наверх. То есть таким образом воздух циркулирует вот по такой схеме. Сточные воды, попадая в первый септик, отстаиваются и переходят в следующий. Здесь также отстаивается следующая отстойная камера, попадает в следующий, последний септик. В последнем септике у меня насыпан керамзит. То есть здесь выведена труба вниз. Сточные, уже очищенные воды попадают сюда, и через керамзит, здесь на тройники на каждом стоят у меня с этой трубе, и здесь заглушка с отверстиями, и уже чтобы керамзит не забивал уже выход очищенной воды, которая в дальнейшем попадает у меня в поле аэрации. Оно представляет из себя типа дренажной трубы, именно как дренаж работает. И дальше уже попадает в грунт. В принципе, это достаточно уже очищенная вода после третьего септика. Вот эта система работает у меня уже 5-й год. В общем-то, вполне себя оправдывает. Даже пока не очищал первую камеру. То есть, ну, видимо, у нас не так большой, потому что процентов 90 это у нас просто вода идет из одного колодца в другой. Кстати, есть, поскольку здесь еще имеется у нас небольшой уклон самого грунта, колодец, который водозаборный, находится у нас выше по уровню.
Поэтому это расстояние примерно метров 30. То есть он ниже уровня, поэтому источные воды туда не попадают, сам колодец. Собственно, вот такая система септика. То есть задача ее – это обеспечить циркуляцию воздуха, который позволяет работать бактериям, особенно в первых двух камерах. Несмотря на то, что сам септик и общая система канализации, в общем-то, работает исправно, хочу вот рассказать один момент, что вот 4 года эксплуатации здесь находится стояк, это кухонный стояк, где работает посудомоечная машина, соответственно, и моется посуда, то за это время накапливался жировые отложения. Они откладывались даже на вертикальной трубе, и вот при вскрытии я обнаружил, что там уже целый сантиметр вот этих было отложений. От этого, наверное, никто не застрахован. И в любом случае, в период 3-4 лет необходимо проводить чистку сточных систем. То есть в этом году было просто засорение. Причем сотая труба, которая идет дальше, 150-ю входит, вот у меня основную, напрочь была забита. И я потратил немало усилий, чтобы очистить ее. Только вот никакие тросы, никакие жидкости это не спасут однозначно. То есть это использовалось только... мойка высокого давления, при этом я делал дополнительно отвод горячей воды, и 70 градусов где-то я подавал в систему под высоким давлением специальной форсункой на длинном шланге, и ей только смог промыть вот эту всю систему. Причем она у меня достаточно сложных тут углов сделана, и, в общем-то, удалось. Другими способами я не смог этого сделать. Сколько ни возился, потратил на это недели две. Но пока вот не нашел решения, поэтому, в общем-то, вот рекомендуют использовать такие вещи для очистки канализации. Хотелось бы заметить, что несмотря на все грамотные решения в плане организации системы канализации, в любом случае следует уделять особое внимание ее профилактике. Хотя бы раз в 3 года делать профилактический осмотр, чистку, не застрахована ни одна система канализации от ее засорения.